бастамасы. Қашықтықтан соққы жаудыруға тырысуда. Қатты жақындағысы келмейді. Мирзаматов Азадидің бірден күреске ұмтылатынын түсініп отыр әрине. Сондықтан да сақ болу керек. Күрес енді шоқасаның мықты жағы деуге келмейді. Сондықтан күрестен аулақ. Соққыға енке екінші раунд. Міне, аяқ қомтылам деген сәтті. Тіпті артық соққының керек жоқ екенін білген көрінді бе? Мирзаматов ары қарай соққы жаудырмай ақ. Hips or even grab a leg. Yeah, Robles with a bit of a reach advantage here. You'd like to see him start using that jab and work a little bit more from the outside in. Closing the distance there. Oh, big knee. Oh, and that's going to do it right there. Big wow. Knockout. Caught him as he was coming in. Had the hands down and got clipped. Nice knockout here. See if we can catch it. It happened so quick. Watch the reshot. Oh, man. That'll do it. Wow. That hit the perfect spot, and Arao was out immediately. Oh, and he even set up his shot, you know, with the left hook. Хорошо, Магомедов сейчас, но, опять же, если рассматривать этот поединок с точки зрения его победы, то пока этого маловато. Левый снизу очень опасно, но на хорошей скорости. Вот бойца клуба Горец. 2.20. Ну и подгоняет, подгоняет в углу. Какое колено! Ничего себе! Ибрагим Магомедов! Смотрим еще раз. Замедленный повтор. Вот оно, колено, и складывается здесь у всех шагов. Это моментальный нокаут. И еще... Забивающие удары уже не были нужны, но и там Максим Баратасов спешил оставить эту встречу. Да, в финале... この一戦ですね。どんどんね、このフライ級も盛り上がってきてますからね。はい。緑！左！これが4発！すごいな。回転は池に飛び降りましたが、これ一発目ですよね、石川さん。そうですね、ローキックの後の、はい、最初の、はい、うわ、もろもう殴る。Так или иначе, вкладывает корпус. И здесь по защите успел там левую руку подставить. Рамазан Кишев не пропустил. Не хватает дистанции теперь уже Кардасуну. Ищет вот этот правый прямой. И нет ощущения, что может подобраться пока. Ой-ой-ой-ой-ой! Это конец, дамы и господа. Еще один нокаут коленом на турнире Эйсентер. Еще и на движение. Да, это было очень ярко, жестко. Смотрите еще раз. Бум. И еще вдогонку умудрился Хардасон Батиста там. Хоттони Марудзи-сенсю. そういうところってちょっと、いや、勝つこと考えるんじゃないのかって聞いたら、いや、勝つこと考えるのは当たり前だから。そうですね。やっぱりこう、プロとしてはいろんな状況とかで判断もしなくちゃいけないだろうし。はい。 それがね、普通の人たちでわからない部分だったりとすると思うんで、はい、はい、うわ、ここに突き立てた、森田崩れた、そのままクラッシュ、右一発、分かりやすい見方だとこうなんかパンチの打つ選手とキックの森田選手みたいな、そういう構図だったと思うんですけども、やっぱこの一発っていうのは怖いですね。 Oh my God, heavy! Oh my God, another heavy kick! Oh, that's it! Wow, quick work there by Giancarlo D'Angelo. No time to even think. Nice pressure in that little cage there. Oh my God, heavy! Oh my God, another heavy kick! Oh. Уверенно действовать, без сомнений. У Лаурентино очень высокий уровень джиу-джитсу, и треугольник он в любую секунду может накинуть. Необходимо Курбану сохранять бдительность. И стабильно прилетает в голову Луису постоянно. Вот сейчас опять, да, высокое расположение ног. Yeah! Вот так вот! Он обесточил его сумасшедшим ударом в челюсть. Не оставил Лаурентино в этом поединке. Смотрим еще раз.
И вот здесь, даже не в челюсть, а куда-то за ухо попал, но следующие удары были не нужны. A blitz, but nice movement to the side. Hocha. Hocha talked about training with the Pitbull brothers. He's used to that contact and that power. He said that's going to give me an edge in this battle. Lands his spinning back kick to the body. Big shots on the ground, full on ground and pound. That's the five count, and Spinola orders up Triante Felix. Oh, and that is over. It! Once again, here we're going to see it probably, hopefully. Yeah, I think he clipped his head. It was just below his head, but I think something clipped the head. Ощущение совершенно точно перекрывается Деканов. Да, и опираться на нее не может, нанося вот этот удар левый. Единственный вариант — это побороться и зацепить Галаева, но это не получилось. Тем не менее, наш кун не летит вперед. Старается очень аккуратно работать по корпусу. Достал апперкот мимо. И здесь... Это конец, да. Левый снизу. И... Смотрим еще раз. Здесь мимо и слева. Точнейший и мощнейший удар. Просто без шансов. But he's a good kicker as well, so he needs to mix it up, do the damage, and get out again. Heavy leg kick. He's right, Elias. He needs to let his hands go. Yeah. And I think he's comfortable in that as well. Yeah. He's got some heavy hands. Look at that. Oh, oh, that's a knockdown and a good one as well. I don't think he's going to recover from that, Vinny. Put him on the side oh, of the head there. Yeah. So we'll see. I think it was an overhand right that caught him on the side of the head. I told you, there is bomb. Yeah. I told you, I want to... Сальдинил Гурнет, yeah. Gloria. Аман Гомед. Бум. Браганасо. Точный хайкик. Даже добивать не нужно было, кажется. Yeah. Добивание. Әлі нокдаунды ойында ұстап жүрген ғой, я кешіре алмады ау деймін Глорияға. Все-таки вернул должен. Рапсил. Ау, ครับ ท้าทายเนี่ย ชอบ เลย ครับ Литуда бук เข้าไป ฝัน ถึง 300,000 แล้ว ครับ ตอนนี้ ท่าน น็อก สวยๆ ครับ จ้อง ครับ วินาที ทอง นี่ ครับ สะบัด ท่อน แขน ออกมา นิดนึง ครับ ถีบ เจอ หมัด ซ้าย ของ Литуда ครับ ถึง ตัว วงใน ม้วน ออกมา ครับ เซอร์ ช็อต เตะซ้ายโอ้ยัดเข้าไปเต็มลำตัวครับโดนเข้าไปนี่นิ่งครับช็อตแล้วครับช็อตเลยครับสับศอกแล้วทิ้งตัวครับโบมือยุติการชกเลยครับนี่จบยังไงครับหมัดซ้ายครับศอกครับศอกอีกทีครับย้ำเข้าไปแล้วก็ทิ้งตัวครับคือก่อนหน้านี้ก็โดนมันเยอะมากนะก็โดนสะสมเข้าไปเยอะนะครับความเร็วความ И здесь опять достал бразилец. Да, так неспешно постреливает, но попадает, однако. Очень хочет попасть ударом с вращением. Попадание. И что дальше? Пытаетесь добить. Еще один удар. Ну и что? Все. Пробил все-таки Вискан соперник. Смотрим еще раз. だ、実にもう一度別落ちなボトルでもスミラーアスタナルで。そうですね。何度も何度も、はい。まっすぐ西本が伸ばせば、高橋も外から、こうやって右のロングリーチを生かしてきます。また、さらに外から西本。ストレート、西本の攻撃。なんとか稲垣選手、これコーナーに詰めたいんですがね、西本は。はい、選手の頭の位置、ディフェンス能力すごいですね。本当にうまいね。タイムストップ。